В Одинцовском округе стартовало голосование на выборах в Государственную и Московскую областную думы. Ровно в 8 часов утра пятницы, 17 сентября, на территории муниципалитета открылись все избирательные участки. Всего их 171. Отдать свои голоса жители могут до 20 часов вечера. По такому же графику голосование будет проходить и в выходные 18 и 19 сентября. Стоит отметить, что все участковые избирательные комиссии обеспечены необходимым количеством дезинфицирующих средств, масок, перчаток, одноразовых ручек.